В Петропавловске планируют восстановить 25 детских игровых площадок. Для этого в местном коммунальном хозяйстве создали специальную бригаду. Работники взяли с собой краску, кисти, пилы и начали приводить в порядок заросшие бурьяном дворы. Первый результат их труда увидела Нургуль Ахметова. Так, ребятки, давайте бурьян сделаем, чтобы дети не спотыкались. Носы не разбивали свои. Вместо бурьяна и лопухов песочница, качели и турники. Жители этого двора не нарадуются, мол, наконец-то детям есть где поиграть. Многие подходят, говорят, ну, наконец-то траву выкосили. Хорошее дело делаете. Наконец-то я это уже издалека могу наблюдать за своим внуком. Он уже в траве не спрячется. Но вот здесь вы видите, вот большое поле, здесь можно сделать большое, хорошее искусственное поле футбольное. В Акимате изрядно поднакопилось писем с просьбой отремонтировать детские площадки. И власти решили создать для этого отдельную бригаду из 30 работников коммунхоза. Почему бы не сделать во дворе порядок, когда у нас на улице чисто? Заходишь во двор, такой беспорядок, свалка. Мы сейчас сделали чисто, аккуратно, вон люди выходят, радуются. Дети вон начали играть у нас. Но зато будет хорошо. И я прямо вот сейчас иду, смотрю, такая работа кипит. Думаю, боже мой, неужели моя мечта осуществилась? Но я довольна, что хоть свободно ходить, не страшно. Всего за неделю эта детская площадка заметно преобразилась и приобрела яркие краски. А когда работы здесь завершат полностью, коммунальные службы возьмутся за калькуляторы и посчитают, во сколько же им обошлась вся эта красота. А в Акимате уже составлен список дворов, где тоже нужно навести порядок. Нургуль Ахметова и Дмитрий Рура, Петропавловск, 24 КЗ.